Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Сегодня я получил вот очередное письмо с обмена. Сейчас давайте мы его вскроем и посмотрим, что же нам пришло сегодня на обмен. Человек поскупился, отправил мне первым классом. Не просто заказным, а первым классом. Письмо достаточно быстро дошло. Смотрим, что у нас тут внутри. Оп. Так. Итак, вот такой вот подарок, открытка с наилучшими пожеланиями Николаю от Александры. Сейчас я достану из файлика, чтобы лучше было видно. Да, такие вот подарки очень радуют. Это мы с человеком поменялись ярлычками и пакетиками от чая. Тут рисунок авторский. Девушка из города Тюмень. И, соответственно, открытка тоже Тюмень. Вот. Вот такой вот пакетик. С пакетиками чайными. Сейчас мы все достанем и посмотрим. Много пакетиков разных. Сейчас я отложу в сторону и буду по одному показывать. Так, первый пакетик — это у нас Липтон, персик и шиповник. Вот такой вот интересный пакетик. Следующий пакетик у нас Липтон лимон. Все пакетики должны быть запакованы с чаем. Я специально для другого обмена эти пакетики выменивал. Вот такой вот чай пиала. Следующий чай майский, смородина с мятой. Дальше у нас вот такой чай черный, кенийский. Бета-чай с лимоном. Динкер, черный чай. Эрл Грей. Минт Хербал травяной. Азер чай манго. Чай черный лента. Бета чай с яблоком. Спар зеленый чай. Ахмат чай цитрусовый. Рутас зеленый чай. Лента зеленый чай с мелиссой. С ромашкой чай. И последний зеленый чай цейлонский. Вот такие вот пакетики. Вот такая вот куча этих пакетиков мне пришла. Еще у нас с обмена было несколько ярлычков. Сейчас я их открою и посмотрим, что же у нас тут за ярлычки пришли. Итак, ярлычок Липтон первый — Grape Raspberry. Второй — ванила карамель. Дальше Хелис вот такой. Черный олигарх. Фаворит лейбл. Еще один фаворит лейбл другого оттенка. И чай йоги. Вот такую вот кучу пакетиков и вот такую замечательную открытку сегодня мы получили из Тюмени с обмена. Очень он нас порадовал. Так что спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Оставляйте комментарии. До новых видео!